Всем приветики! Ничего себе! Вот это мороженое! Я тоже такое хочу! А это еще кто там такой? Привет, красотка! Как дела? Какой красавец! Ты что застыла? Класс! Думаю, это прекрасный повод поесть мороженое. Да как тебе не стыдно? Оно мое! Ничего себе! И все мороженое мне! Класс! Так что это плохо воровать чужое. Плохо, но очень вкусно. Кто это сделал? Почему вы такие воришки? Но ничего, я вас всех проучу. Только попробуйте еще украсть. Предлагаю скорее узнать, что внутри. Полностью согласна. И это все? Одна печенька на нас троих? Да уж, маловато. Что будем делать? О, кажется, я знаю. Пришло время тянуть карточки. Ну вот, я даже ее не попробую. Не повезло. Если только не сделаю это быстро. Нет, ты не тронешь нашу печеньку. Теперь я тяну карточку. Я смогу ее откусить. Ну вот, значит, мне придется ее облизывать. А я так хотела поесть. Только мне сегодня повезло. Хотя у меня есть идея. Саманта, можно я буду первой? Валяй. Все равно ты не сможешь ее съесть. Может, я и не съем, но я слежу самое вкусное. Белую начинку. Что? Даже мне не оставила? Не переживай, специально для тебя я подготовила немного слюней. Вот, держи, приятного тебе аппетита. У меня, кстати, неплохие слюни. Какой кошмар, это же такая мерзость. Фу. Меня как будто собака в рот лизнула. Эй, а я-то тут при чем? Какая гадость. Пора открывать. Можно на этот раз я? Давайте посмотрим, что же там. Ой-ой, кажется, это кактус. Может быть, он шоколадный? Нужно проверить. Нет, не шоколадный. Больно, он настоящий. Какой ужас, это же игла! Я знаю, как могу тебе помочь. У меня как раз завалялась пара пластырей. Именно они тебе сейчас и нужны. Спасибо, Джек, ты настоящий джентльмен. Кажется, пришло время тянуть карточки. Ну вот, только не это. Ура, я выиграла, я не буду его трогать. Ой, мне придется его облизывать. А мне кусать, какой ужас! Да уж, не повезло. Особенно быть первой. Нет, я не буду первой. Нет, ты будешь. Как дети ссорятся. Это твое. Нет, твое. Хватит, уже достали. Может, решите вопрос проще на Цуефа? Это хорошая идея. Цуефа! А, кажется, я выиграла. Так что, Джек, ты первым будешь лизать эту гадость. Так хотя бы честно. А, как же больно! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ой, бедный Джек. Да ладно вам, это просто шутка. На самом деле язык не настоящий. Дурацкая шутка. А теперь ты должен лизнуть кактус по-настоящему. Точно. Ладно. Я не буду рисковать. У меня есть идея, как сделать кактус совсем безобидным. Так он точно не будет колючим. Ай, аккуратнее. Все же прямо в нас летит. Я вся в иголках. Не ворчите. Зато я теперь могу спокойно облизать кактус. А Эмбер сможет его откусить. Так, я попробую. Я не при делах, но все равно вся в иголках. Фу, даже бритый кактус на вкус отвратительный. Фу, это очень гадко. Почему снова в меня? Причем тут я вообще? Ой-ой, это не я. Это все она, Эмбер. Чем это так пахнет? Кажется, запах из-под крышки. Нужно узнать, что там. Ой, этого я и боялся, это же рыба. Фу,
гадость! Мерзкая рыба! Но карточки никто не отменял. Блин, придется ее лизать! Ура, я не делаю ничего, мне повезло! Это что такое было? А, неважно. Получается, мне придется ее кусать. Ну уж нет, я не согласна. Придется. Это сложнее, чем я думал. Мне страшно. Но я должен, я смогу. Еще минутку. Не будем мы ждать. Вот, я тебе помогу. То-то же, так и правда быстрее. Мерзость. Да как ты посмела? Я тебя отомщу. Вот, ешь свою рыбу, кусай. Ты что сделал? Я не была готова, меня сейчас тошнит. Фу, ну и вонь. Но это еще не все. У тебя целая половина рыбы. Отстань от меня. Ай, мне же больно. Зачем вы так? Ну что, открываем? Погнали! Ничего себе, какой огромный торт! Уже хочу его съесть! Но еще рано! Сначала карточки! Они уже наготове! Разбирайте! Круто! Я могу все облизать! Ура, я буду есть! Ну вот, а я ничего не смогу сделать! Хотя почему я должна страдать? Я тоже могу попробовать тортик. Ой, как же это вкусно! Так бы и ела этот торт вечно. А ну руки держи подальше. Это вовсе не твой торт. Жадины, могли бы и поделиться. Мне самому мало. Может, хватит? Вообще-то это и мой торт тоже. Как же вкусно! Хватит! Нужно делиться! What? Ты чего? О, тортик еще и на носу! Класс! Ты был прав! Торт просто шикарный! Эй, Саманта, может, ты и с нами поделишься? Еще чего захотели, это мой торт! Ни за что! Ах так! Тогда получай! Ты что наделал? Да я тебя сейчас... Ну все, ты у меня получишь. Зря ты так со мной. Эй! Не попала. Ты совсем обнаглела? По-моему, тебе даже идет. Интересно, что там внутри? Ой, кажется, это невкусно. Это просто ужасно! Какая же гадость! Кошмар! Ну вот, а я еще это ем! Ура, повезло! А я что? Окей. Ладно, облизать его будет не так сложно, если зажать нос. Это и правда не так страшно. А если убрать прищепку вот так вот? Фу, какая мерзость! Верните мою защиту! Джек, теперь ты. О, нет! Я не смогу его съесть, это гадко! Но тебе придется. Почему именно мне так не везет? Как же это невкусно! Наконец-то свежий воздух. И не говори, подруга. Рано радуетесь, что-то мне нехорошо. О нет, опять эта вонь! Помогите! Я падаю, спасите. Упс, я не виноват. Давайте посмотрим вместе. Круто, Хуба-Буба. Да, осталось только карточки вытянуть. Что же у меня? Ну вот, я даже не смогу пожевать. А я смогу пожевать жвачку. Как же круто.
облизывать. Но жвачку нужно жевать. Вот, лови, ты будешь первый. Класс. Надеюсь, она будет очень вкусной. Так, попробуем язычком. Хотя чего мелочиться? Можно облизать ее целиком. Так будет точно вкуснее. Ты же ее испортишь. Может, хватит уже? Дай ее мне. Ну вот, теперь она вся в слюнях. Зато мне было вкусно. Нет, я не буду ее есть. Это гадко. Опять? Я-то тут при чем? Фу, теперь ее точно никто не будет. Понятия не имею, что нас ждет. О, какие-то карточки. Давайте посмотрим. Ну вот, мне придется есть медленно. А мне быстро. Это я люблю. Золотая середина, неплохо. И какое же блюдо для нас приготовили? Лапша, здорово! Выглядит очень аппетитно. Мне не терпится попробовать. Давайте я начну. Посмотрим, что тут у нас. Ага, палочки. Наверное, нужно их открыть. Вот так. Аккуратно, не спеша. Зачем мне торопиться? Похоже, это надолго. Пожалуй, я пока начну. Дурацкие палочки. Никак не могу их разъединить. Я чуть зубы не сломал, все без толку. Ты просто слабак. Нет, у меня получится. Эй, больно, ты попал мне прямо в лоб. Извини, я случайно. И как же мне есть одной палочкой? Попробую подцепить лапшу. Да, это плохая идея. Какие красивые, ровные палочки. Даже Мэри скоро начнет есть, а я все еще голоден. Но все, мне это надоело. Как много лапши намоталось на мою палочку. И почему я сразу до этого не додумался? Вкусно? Просто объедение – это лучшее, что когда я либо пробовал. Как там Мэри? Эти палочки меня завораживают. Думаю, не стоит ее беспокоить. Давай я съем свою лапшу. Мне понадобится салфетка. Вот теперь можно приступать. Посмотрим, как ты справишься с палочками. Зачем ты их выкинула? Они мне не нужны. Лучше я возьму вилку и нож. Так привычнее. Что ж, начнем. Ну вот, лапша постоянно падает. Вилка и нож мне тоже не подходят. Нужно придумать что-то другое. У меня идея. Буду есть прямо так. Пока отлично получается. Вот и все. Я справилась. Баночка пустая. А ты молодец, поздравляю. А что там у Мэри? О, лапша, как давно я мечтаю ее попробовать. Наконец-то она во рту. Это божественно. Давай стащим порцию Мэри, она все равно ничего не заметит. Вкуснятина! Я хочу наслаждаться каждым мгновением. Странно, а куда пропала моя лапша? Вы ничего не видели? Ай, больно! Так вам и надо. В следующий раз не будете таскать чужие продукты. Она права. Новый раунд, класс! Посмотрим, что тут у нас. Опять медленно. Ну ладно, мне не привыкать. Я не против среднего темпа. А меня вполне устраивает быстрый. Ребята, смотрите, это же пицца. Вау, в ней так много сыра, класс. У меня сразу же разыгрался аппетит. Я в восторге. Хватит болтать, давайте скорее начнем. Я, как обычно, первая. Скорее, Мэри. Начну вот с этого кусочка. Он лучше остальных. О, как красиво тянется сыр. Челси, я не готов ждать целую вечность. По-моему, этот кусочек слишком мал. Два будет в самый раз. Вот это аппетит! Пицца, просто пальчики оближешь. Думаю, не стоит мелочиться. Сложу все кусочки друг на друга и съем за один раз. Получится пицца-сэндвич, класс!
Джек, вот это темп. Мне есть чему у тебя поучиться, браво. Я мог бы съесть еще быстрее, но мне хочется немного растянуть удовольствие. Теперь ты, Челси. Как же мне поступить? Придумала, сверну эту пиццу в рулет. Класс, крутая идея. Теперь я справлюсь за пару секунд. Что-то пошло не так, пицца застряла у меня во рту. Не переживай, я тебе помогу. Спасибо, никак не могла откусить. Ты спас меня. Момент счастья близок. Пицца почти у меня во рту. Куда же она? Упс, кажется, она упала. Ее уже не спасти. У меня остался только кусочек теста. Печаль. Хотя это все же лучше, чем совсем ничего. Все, я закончила. Тебе постоянно не везет, Мэри. Что это, кактусы? Они же колючие. Не понимаю, как мы будем их есть. Мне страшно. Не хотелось бы продырявить себе язык. Выглядит отвратительно. Не думаю, что это вкусно, но я готова принять на себя удар и приступить. Мы не против. Удачи, Челси. Сначала нужно проверить, насколько этот кактус колючий. Дайте мне немного времени, и я все выясню. Боюсь, нам придется долго ждать. Начинай, Мэри. Что ж, попробую. А, мой язык, как больно. Челси, посмотри на это. Я так просто не сдамся. Сейчас этот кактус у меня получит. Чувствую, будет жарко. Ты прав, Джек, но он сам напросился. Так-то лучше. Не ожидал от тебя такого, Мэри. Мне страшно, заберите меня отсюда. Ты слишком впечатлительный, Джек. Ничего себе, ты неплохо ему отомстила. Ребята, у вас так шумно. Что там происходит? Не отвлекайся, Челси, иначе ты никогда не закончишь. Вот мы и встретились лицом к лицу. Как горько, гадость. Мне страшно представить этот вкус. Скоро ты сам его почувствуешь. Можешь начинать, Джек. Пусть сначала Челси закончит. Ну давай же, Челси, поторопись. Прибавь газу. Похоже, выхода нет. Мой палец, как больно. О, кажется, я сдул иголку. Попробую еще. Работает. Класс, кактус полностью чист. Теперь я могу его пробовать. Мэри, ты была права, это совсем невкусно. Гадость, мне хочется все выплюнуть и помыть язык. Как же я тебя понимаю? Я уже близко к кактусу. Вот мы и встретились. Больно как. До нее долго все доходит. У меня есть идея. Просто срежу все иголки. Нужно немного поднажать. Получается. Ну вот, мы опять надолго зависли. Думаю, лучше использовать пинцет. Давай помогу, Челси. А я предлагаю бритву. Это самый быстрый способ срезать иголки. Получилось! Не благодари, Челси. Осталась одна иголка. Все, можно пробовать. Ну давай же уже, Челси, мы в тебя верим. Зачем ты это сделал, Джек? Я хотел тебе немного помочь.